Еще больше скорых. Областным учреждениям здравоохранения подарили новые автомобили скорой помощи. В преддверии праздника торжественная передача ключей состоялась на площади Победы. Машины класса «Б» прибыли в регион в рамках федеральной поставки. Ивановская станция получила 12 автомобилей. Впервые на станцию скорой медицинской помощи поступает такое количество автомобилей. Это, конечно, огромный вклад в работу станции скорой медицинской помощи, так как нередко бывали случаи, когда бригада медиков не могла выехать на линию из-за отсутствия санитарного транспорта. Два автомобиля получила Кинышемская ЦРБ. Остальные машины отправились в Шую, Родники, Верхний Ландих, Комсомольск, Лежнево, Ильинское и Пучиш. Все машины оснащены по последнему слову техники. Есть и кардиограф, и дефибриллятор, и насосы, и реанимационные укладки, и аппараты искусственной вентиляции легких, носилки, каталки, наборы шин. То есть полностью оборудованы, и, естественно, это позволит оказывать медицинскую помощь пациентам, пострадавшим в полном объеме. Благодаря этой своевременной поставке износ автопарков лечебных учреждений снизился на 15%, а в начале января следующего года регион получит еще 10 автомобилей. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.